Мы с вами перенесемся сейчас в 60-е годы, 50-е годы прошлого столетия. И мы посмотрим отрывок, четырехминутное служение одного из божьих генералов, А.А. Аллена. И мы заметили, что люди, которые просматривают наши молитвы, там, где мы молились, они получают чудеса. И вот ко мне пришла такая мысль. А почему бы нам не использовать молитвы Божьих людей, других генералов Божьих, чтобы также принимать? Но их немного есть. С переводом не все понимают английский. А почему бы это не переводить нам? И вот так вот на служениях не ставить. Молитвы Кэтрин Кульман, Э.А. Аллена и там Джон Лейка. Ну, некоторых не осталось видео, конечно. Ну, а в некоторых остались видео. Мы можем даже видеть их и слышать, что они говорят. Поэтому вот сейчас мы просто будем принимать от человека веры и силы Э.А. Аллена. И я хочу помолиться перед этим. Сначала тут будет песня небольшая, они спели 2 минуты песню, и будет короткая молитва, но пусть после этой короткой молитвы кто-то из вас получит чудо. И знаете, мы уже пробовали, ставили молитвы человека Божьего, пророка Тиби Джошуа. На одной из таких молитв пастор Ина, у ней там что-то с ногой было, да, и ты получила исцеление, да, вроде бы? Вот, так что отлично. Давайте откроем наше сердце, принимать Господь. Спасибо тебе за людей Божьих, через которых великие чудеса происходили. И мы здесь сейчас соглашаемся переместиться в ту атмосферу, в то время, когда была эта палатка чудес, и принять сегодня от твоего человека во имя Иисуса Христа. Хорошо, 4 минуты буквально, давайте принимать. О, победа в Иисусе, моем Спасителе навсегда. Он нашел меня и выкупил меня своей искупительной кровью. Он полюбил меня, прежде чем я узнал Его. И вся моя любовь принадлежит Ему. Он погрузил меня в победу под очищающим потоком. Я слышал о жилище, которое Он построил для меня во славе. И я слышал об улицах из золота за кристальным морем, о поющих ангелах и о древней истории искупления. И в один прекрасный день я спою песню победы там. О, победа в Иисусе, моем Спасителе, навсегда. Он нашел меня и выкупил меня своей искупительной кровью. Он полюбил меня, прежде чем я узнал Его. И вся моя любовь принадлежит Ему. Он погрузил меня в победу под очищающим потоком. Я верю, что Бог будет двигаться среди нас прямо здесь. Молитесь за всю нашу телеаудиторию, которая может находиться в беспомощном состоянии, особенно за тех, кто имеет болезни или немощи, и ограничены раком. Сколько из вас верят, что Бог освободит их? Если мы помолимся прямо сейчас, поднимите свою руку. Поднимите свою руку, если вы верите, что Он сделает это. Сколько из вас присоединятся в молитве прямо сейчас, чтобы Бог освободил их? Многие смотрят нашу трансляцию по домам. Я имею веру для каждого из вас, кто смотрит нас по телевидению и имеет болезнь или слабость. Я верю, что мой Бог исцелит вас прямо сейчас. 1000 людей будут молиться за вас. Сколько из вас верит, что Бог сделает это?
Если у вас есть ребенок, который болен, возьмите его на руки и поднесите к своему радио или экрану телевизора. Кто-то подведите ближе вашего близкого человека, того, кто болен, ограничен, нуждается в чем-либо. Принесите больных сюда. Я буду просить, чтобы Бог прикоснулся к ним прямо сейчас. Тот же Бог, который исцеляет людей здесь, Он исцелит людей и там. Если вы испытываете боль, положите руку на то место, где эта боль. Это относится не только к тем, кто смотрит нас по телевидению, но также все, кто находится сейчас на этом месте. Если вы слепы, положите свои руки на свои глаза. Если что-то не в порядке с вашей головой, если у вас мигрени или что-то еще, возложите руки на свою голову. Если вы глухи, возложите руки на свои уши. Если у вас рак, возложите руки туда, где он находится. Я буду просить, чтобы Бог прикоснулся к вам прямо сейчас. Вы готовы? Сейчас, Господь, во имя Иисуса, двинься, возложи свои руки на больных и умирающих, забери рак от них, удали тьму, удали все болезни, все немощи, пусть слабость будет удалена. Сейчас, во имя Иисуса, мы просим и верим в это. И весь народ скажет «Аминь». Если вы чувствовали Духа Божьего, поднимите ваши руки. Если вы находитесь у себя дома и ощутили Божье прикосновение, поднимите свои руки и поблагодарите Бога за то, что Он сделал для вас. Аминь.